Жирков. Мы видели, как матч со сборной Литвы вышел Комбаров на позицию левого защитника. Но все-таки это не более чем эксперимент. Все-таки мы теперь понимаем, что, наверное, там, понимали, пока никто... Не умеете вы играть, сказал кот. Не может быть Жирков, по сути. О, какой прыжок. Угу. Через препятствие. На первую сеть. Зырянов. На бабке. Денисов. Где же ты? Довольно ловко уворачивается от итальянского прессинга. Жирков на левом фланге делает забегание шайба. На наверное, могло бы быть опасно при каких-то других условиях. Не атакуй меня, злобный зверь. Хищная зверюга. Пошел их, Жирков, подавай с левой ноги. Обнимались и потолкались футболисты сборной вратарской. Залью на ютуб, скину девкам. Пусть каваются. Вот, между прочим, в 97-м году и было это глубокой осенью. На стадионе «Динамо» контакты, играл с итальянцами стыковой матч чемпионата мира 98. Помните, Валена? 1-1 сыграли в Москве, в Италии проиграли 0-1. Там забил Козираги, здесь у итальянцев забил Кьери. Ай-яй-яй, моя рука в эпицентре. Не, надо, чтобы он вот так вот делал. А, он убежал. Еще в первом тайме футбол. Кстати, вот мяч в его воротах Коновара и отправил. Ужасная была погода. Я был тогда на стадионе, был студентом-первокурсником. Долго не выпускали с трибун, сильно замерзли. Бедняга. А проспал первую пару. Вот так первый, но, конечно, не в последний раз пропустил занятие. Загоя. Пила. Мата. Может, сейчас центр сместился и включает прессинг. Прессинговали в матче с уругвайцами, особенно во втором тайме. Прессинговали в матче с литовцами временами неплохо, ну, особенно в первом тайме. И сейчас сборная России прессингует очень умело. Бальзаретти. Платели. Назад это Маркизио там. И передача. О, какая пяткая передача, как раз Маркизио и была. Так прикольно. Зырянов. Да, ну когти острые. И зубы у нас живые. Вот маньячина. Ну и харю у тебя. Как у белой акулы. Жестко, и за это можно получить желтую карточку, нужно быть аккуратнее. В матче с литовцами арбитр так достаточно деликатно с футболистами обходился. Здесь может быть более сурово, потому что... Монстр. Не исключено, совсем уже скоро сделку не оформили, но станет футболистом Талио Милана итальянского. 27 лет. На него будет делать ставку Прандели. Он хорошо знает Рикардо Талио по своей работе с Фиорентиной. Платели. Ох, какой удар. Я самый лучший, сказал Марио Балотелли. Таких талантов, как я, в общем, поискать надо еще. Я наел. Я лучше, погнали. Пусть надо лучше. Не удалиться в первом же тайме первого же матча. Это он тоже может показать. Тот, кто видел его матч в составе и Интера, и матча. Коту не очень интересна твоя рука. Ты неправильно делаешь. Нужно делать вот так. Да? Балотеев. Молодцы, 3-0-0. Пройти в мизин. Игра, даже мячом чуть больше наша команда владеет. Да? С обоюдными интересными матчами. Так, я что, не снимала?